Правительство Дагестана отправлено в отставку. Об этом заявил сегодня Сергей Меликов во время совещания в режиме ВКС с членами правительства, главами городов и районов республики и руководителями территориальных структур федеральных органов исполнительной власти. В Рио главы поздравил Артема Сдунова с новым назначением, исполняющим обязанности руководителя Республики Мордовия. Он отметил, что регион, куда идет Артем Алексеевич, достаточно непростой, но с учетом опыта, который он приобрел в Дагестане, выразил надежду, что на новом посту Артем Алексеевич будет также добросовестно и активно работать на благо России. В Рио главы Республики Дагестан возложил временное исполнение обязанностей премьер-министра республики на Абдулфатаха Амирханова. Чиновники продолжат свою деятельность до формирования нового состава правительства.